Сердечно-легочная реанимация. Как помочь человеку, когда он находится без сознания, у него отсутствует пульс и дыхание? Если вы приезжаете мимо и видите, что человек лежит без сознания, возможно, он жил так уже давно и давно умер. Для этого вам нужно суметь распознать, находится он в состоянии клинической или биологической смерти. Если он находится в состоянии клинической смерти, у вас есть в среднем 5 минут, чтобы оказать ему сердечно-легочную реанимацию. Если человек находится в состоянии биологической смерти, сердечно-легочную реанимацию мы не оказываем. Основные признаки биологической смерти – это трупное окоченение, трупные пятна. Если человек находится без сознания, как определить, что у него нет сознания? Возможно, он просто находится в состоянии солнечного удара, то есть сознания нет, но при этом дыхание и кровообращение присутствуют. Либо он находится просто в коме. Как проверить сознание? Вы подбегаете и спрашиваете его. Ну, перед тем, как подбегать к пациенту, всегда нужно оценить обстановку. Если человек лежит под линией электропроводов, и вы видите там рядом провода, и бездумно к нему побежите, то вместо одного пострадавшего вы получите двоих. Оцениваем ситуацию. Если вашей жизни, вашему здоровью ничего не угрожает, можно подходить. Пытайтесь его громко позвать или потормошить. Что случилось? Мужчина, вам нужна помощь? Если он никак не реагирует, можно попытаться его ущипнуть. Если на болевой раздражитель также не реагирует, нужно проверить наличие у пострадавшего дыхания и кровообращения. Для этого вы своей щекой, свою щеку опускаете на уровень его носа и рта, а ваши глаза должны быть направлены на его грудную клетку и считаете до 10. Щека у нас очень иннервирована, поэтому если дыхание есть, вы почувствуете выдыхаемый воздух. А глазами вы смотрите, затем поднимается грудная клетка или нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Ничего не происходит. Как проверить пульс? Если здесь есть какой-то галстук, шарф, это нужно убрать, ослабить. У женщины может быть какое-то тугое украшение. Это все убираем. Находим щитовидную железу. Адамово яблоко у мужчин очень хорошо видно. Вдоль хряща ведем нашими подушечками пальцев. И слушаем. Почему не слушаем на периферических артериях? Потому что пульс может быть очень тонкий, не очевидный, вы его просто не прощупаете. Дыхания нет, сердцебиение отсутствует. Человек находится в состоянии клинической смерти. Начинаем сердечно-легочную реанимацию. Если рядом есть какие-то люди, просите их срочно вызвать скорую помощь. 112 или 103 телефон с мобильного. Если никаких людей нет, вы набираете со своего мобильного 112 или 103, включаете на громкую связь, а сами переходите к сердечно-легочной реанимации, чтобы не терять времени. При этом в скорую помощь нужно сообщить, где находятся пострадавшие, сколько вообще пострадавших, их может быть очень много, мужчина, женщина, это ребенок или пожилой человек, обозначить какие-то ориентиры, если есть возможность. Те, кто стоит рядом, вызывают скорую, чтобы они подробно описали, как можно туда подъехать, чтобы скорая помощь не теряла времени на поиски, где находится пострадавший. И говорите, что пострадавший находится без сознания, у него отсутствует дыхание, кровообращение, и что вы приступили к сердечно-легочной реанимации. Дальше. Из подручных средств складываем валик. Больной должен лежать на твердой поверхности, то есть на пружинную там кровать, матрас, мы его не ложим на твердой поверхности, валик. Запрокидываем ему голову и выдвигаем нижнюю челюсть как бы вперед и вверх на себя. Иногда этого бывает достаточно для того, чтобы появилось дыхание. Во рту проверяем наличие инородных тел. Это может быть земля, зубы, рвотные массы, пища, у ребенка фантик, игрушка, лего, все что угодно, еда какая-то. Можно обмотать руку тряпочкой, влажной салфеткой, или если уж ничего нету. Это все убираем изо рта, рот, нос освобождаем. Еще могут быть зубные протезы, выбитые зубы. Все, что есть инородное, все убираем. Как проводим сердечно-легочную реанимацию? Больного освобождаем от стесняющей одежды, можно расстегнуть. Там, если находится ремень, ремень также убираем, галстук уже убрали. Находим мечевидный отросток, это место, где у нас ребра соприкасаются друг с другом, соединяются. На два пальца выше этого места, либо межсосковая линия. Что делаем?
Делаем замок. Руки у нас разогнуты в локтях, чтобы вы не руками качали, а качали всей массой своего тела. Продавливать нужно будет хорошо, где-то на 5-6 сантиметров, потому что если вы будете слегка давить, эффекта не будет. Эффект в том, что вы должны сердце сжать между грудиной и позвоночником. Поэтому качаем хорошо. Одна рука у нас стоит прямо. Большой палец смотрит в подбородок. Вторая рука в замок. Большой палец смотрит в сторону пупка. Руки распрямлены в локтях. За минуту вы должны сделать 60 компрессий. Но при этом на каждые 30 компрессий вы делаете 2 вдоха. Поэтому качаем чуть чаще, чем один раз в секунду. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Затем нужно будет сделать 2 вдоха. Нос плотно зажимаем. Своими губами плотно охватываем губы пострадавшего, делаем вдох и выдыхаем весь свой воздух пострадавшего. Раз, два. И продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два. Продолжаем до тех пор, пока у больного не появится пульс. Если у него появится кровообращение, он был, допустим, синюшного цвета, он тут же порозовеет на глазах. Проверяем наличие кровообращения, дыхание. Продолжаем в течение 30 минут, либо до того, как появится самостоятельное дыхание, кровообращение, либо если появились признаки биологической смерти, то прекращаем. Если у нас больной задышал, у него появилось кровообращение, нужно его придать ему устойчивое боковое положение. Для этого одну его руку подкладываем ему под щеку, и вторая нога должна оказаться сверху. Ногу с огнете, которая сверху оказалась, эта рука у нас лежит под щекой. В таком устойчивом боковом положении оставляем его до приезда скорой. Наблюдаем за ним, чтобы он обратно не упал у нас, не завалился. Потому что если он завалится, его же собственный язык может опять заблокировать ему дыхательные пути, и вам придется начинать все снова. Скорая приехала, передаем в их руки, все, мы помогли человеку. Спасибо.